Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается под капотом вот здесь, а второй ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается под лобовым стеклом в нижней левой части. На Вилар гарантия составляет 3 года или 100 тысяч километров пути. ТО нужно проходить раз в год или раз в 13 тысяч километров. Нулевое ТО, обкатку проходить не нужно. Гарантия на сквозную коррозию составляет 6 лет. Также для всех покупателей Вилар будет помощь на дорогах. Что могут вам предложить в рамках этой поддержки? Спустили колесо, забыли ключ в автомобиле, закончилось топливо, да? К вам приедет специалист и решит эту проблему. Ну вот, например, правда, за топливо, непосредственно за само топливо, вам нужно будет доплатить. Но, правда, есть ограничения по километражу, да? То есть, если вы находитесь очень далеко от ближайшего дилерского центра, то там за дополнительные километры нужно будет доплачивать. Подробности смотрите в описании. Для того, чтобы закрыть ваш автомобиль, если у него сел аккумулятор, а двери у вас открыты, вам, следовательно, нужно достать механический элемент ключа. На каждой из четырех дверей есть заглушка, в которую вы должны ставить механический элемент ключа и повернуть против часовой стрелки. Когда вы снимаете заглушку, вы берете ключ и просто его проталкиваете в отверстие. Все, теперь вы можете закрывать двери, и открыть их снаружи будет уже нельзя. Их можно будет только открыть или изнутри, из салона, или с помощью ключа, когда вы зарядите свой аккумулятор. Если вы перевозите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. Так вот, чтобы ее отключить, вам нужно зайти на бортовом компьютере в раздел «Настройки», дальше раздел «Подушка безопасности», внести изменения и дальше выбрать «Включить или выключить подушку». То есть, если его выключили, в случае дорожно-транспортного происшествия она не откроется, ну и, следовательно, не повредит ребенка, который едет спиной по ходу движения. Ну а если вы уже не перевозите ребенка спиной по ходу движения, то вновь включить подушку безопасности, чтобы она выполняла свое предназначение. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, он должен быть открыт. Дальше вы подходите к ключку, нажимаете на его крайнюю сторону, открываете и откручиваете крышку, устанавливая ее на специально отведенное место. Объем топливного бака составляет 60 литров. Если ваш автомобиль бензиновый, то его можно заправлять бензином, начиная с 95-го октанового числа. Если дизельный, то, следовательно, только дизелем. Для того, чтобы установить высоту поднятия крышки багажника, вам нужно остановить крышку багажника на том уровне, выше которого вы не хотите, чтобы он поднимался. Далее нажать на кнопку и удерживать ее до характерного сигнала. Все, теперь крышка багажника не будет открываться выше установленной высоты. Но что делать, если нужно вновь вернуть крышку багажника к исходному положению? Вы просто физически на нее надавливаете и также фиксируете высоту. Габарит багажного отделения Range Rover Velar. Ширина дверного проема 110 сантиметров, по диагонали 110 сантиметров, расстояние от пола до потолка 75 сантиметров, ширина в зоне до колесных арок 126 сантиметров, ширина в зоне колесных арок 105 сантиметров, глубина багажного отделения 100 сантиметров, расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сидения второго ряда 170 сантиметров, расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 185 сантиметров. По диагонали 220 сантиметров. Объем багажного отделения 673 литра. Объем багажного отделения при разложенных сидениях второго ряда 1731 литр. Для того, чтобы установить буксировочный крюк в задней части автомобиля, вам нужно сначала открыть заглушку. Для этого вам просто надо нажать на ее нижнюю часть, придерживая верхнюю, и все. Далее берете буксировочный крюк, вставляете и вкручиваете против часовой стрелки. Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Для того, чтобы перевести щетки в сервисный режим, нужно совершить следующий ряд действий. Включить зажигание, выключить зажигание, потянуть рычажок переключения вверх и вновь нажать зажигание.
Все, щетки перевелись в сервисный режим, вы их меняете, и чтобы их вернуть в исходное положение, вы просто выключаете зажигание и вновь их включаете, и они возвращаются. Щетки переводятся как передние, так и задние. Для того, чтобы активировать зеркала, чтобы в момент движения задним ходом они опускались вниз, вам нужно зайти в бортовой компьютер, выбрать раздел и после нажать кнопку. Теперь при каждом включении заднего хода зеркала будут опускаться вниз, чтобы вы видели, что располагается под вашими колесами. Если в вашем ключе села батарейка, вам, следовательно, необходимо ее заменить. Для этого вам нужно вот этот металлический элемент сдвинуть вперед. Все, вы его подняли. Дальше вытащили металлический элемент ключа, вставляете механический элемент ключа, вставляете его вот в это отверстие, делаете рывок вверх, все, и у вас открылся доступ к вашей батарейке. Внутри вашего ключа батарейка CR20, 32, 3 вольта. Но что делать, если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно? Вы просто берете ключ и прикладываете его к рулю с левой стороны. Вот здесь есть такие шероховатости. Прикладываете, нажимаете кнопку старт-стоп, и автомобиль заводится.